велосипед, желание, все. Так, тремя словами, тренер Вячеслав Черных описывает и негласный девиз любимого вида спорта, и что с собой взять на занятия. Химчане требования тренера выполнили и уже прикручивают к рулю специальные планшеты с картой. Через несколько минут здесь начнется открытая тренировка по ориентированию на велосипеде. Я очень рада, что вот рядом с домом организовали такое мероприятие с тренером, с профессиональным, где я смогла получить ответы на какие-то вопросы, которые у меня были в ориентировании, и с удовольствием прокатились сегодня по знакомому, по любимому лесу. Маршрут велозабега пролегает по лесному массиву Захаринской поймы. Условия соревнований следующие. Спортсмены должны найти 5 контрольных точек, преодолеть многокилометровую дистанцию и, самое главное, не запутаться в карте. Не все смогли понять масштаб карты, и очень многие проскакивали повороты. Я ехал последний с девочкой маленькими, и мы постоянно всех догоняли, тех, кто даже быстрее, из-за того, что они возвращались постоянно обратно. В этом году открытая тренировка посвящена юбилею выхода в свет первого выпуска газеты «Советский спорт». Издание вот уже столетие прививает своим читателям любовь к здоровому образу жизни. Такие же цели вполне успешно преследует на своих занятиях и тренер Вячеслав Черных. Мам, мы победили? Тут нету победили. Мам. Спортивный ориентирован. Цель – найти 5 вот этих точек. Открытые велотренировки для всех желающих уже стали традиционными. В прошлом году в Сходне проходили всероссийские соревнования по этой дисциплине. А в целом Химки по праву можно назвать столицей всех видов спортивного ориентирования. Так, например, в мае текущего года в Подрезково на трассу вышли сразу 900 спортсменов. Причем химчане составили половину списка участников соревнований. Сервер Биг Победа, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.